«Движение – жизнь» – это простая фраза стала девизом весенних спортивных стартов, которые прошли на стадионе «Багуир». На базе нашего университета проводится футбол. Один из этапов между сборными команды факультетов ФРЭ и ФИТУ. Именно в этом матче определится победитель. Также на баскетбольной площадке проводится среди факультетов соревнования по стритболу. И на волейбольной площадке проходит один из этапов спартакиады по волейболу. Поддержать ребят и продемонстрировать свои навыки приехала команда подразделения специального назначения с собственной программой. В празднике приняли участие квалифицированные инструкторы из автошколы ДСАФ. Все желающие могли порулить автомобилем под присмотром специалистов. С нашей стороны мы обеспечили выставку мототехники, спортивной и учебной. Дали возможность ребятам позаезжать в гараж, некоторым первый раз, а некоторым, которые уже имели удостоверение водительское, посоревноваться и определить, кто из них лучший. Разбавить напряженную атмосферу участникам-спортсменам помогли творческие коллективы «Багуир». Они продемонстрировали вокальное и танцевальное мастерство. Школа мужества – это достаточно большой такой комплекс мероприятий. То есть вот не только площадку мы предоставили, только что прошел большой концерт в поддержку ребят, вот, для поднятия, так сказать, боевого духа. Вот. Тут много чего на самом деле тут происходит. Тут и наши артисты выступали, и из Академии МВД тоже приезжали, показали свое классное шоу. Вот, так что было интересно. А в это время участники чемпионата по футболу на стадионе начали подготовку к круглогодичной спартакиаде и товарищеским играм среди студентов по стритболу и волейболу. К подвижному образу жизни приобщались Полина Кравчук, Алина Малашкевич, Эдуард Мурадов, молодежное телевидение «Багуир».